говорит, футбол играли, я такой, опа. И я говорю, что тоже этой фигней, говорю, страдаете, типа. Он такой, да, вот, смотри, видео, короче, показывает, а, нет, он фотку показывает, и этот зал, короче, и они там, мужики бегают. Я говорю, мы тоже, говорю, так же играем. Говорю, да вы что, говорит, а у меня, говорит, даже с собой есть, короче, говорит, а вы когда? Говорю, ну вообще мы по пятницам, типа, я уже уеду, говорит, вот если бы сегодня, говорит, можно. Мы ему такие, ну давайте, типа, в пятницу приезжай. Ну, он редко приезжает. У него здесь мама, по-моему. Ну, или папа. Ну, короче, ради... А, у нас вообще плюс 20 градусов. А сегодня какое? 8 ноября. Тепло-тепло, прям как летом. Что, экраны не работают? Тут экраны были еще. Да, вертолет это, конечно, жесть. Вертушки какие здоровые. Мощная техника. Охренеть, какой большой. Девочки, привет. Сегодня у нас 8 ноября. Хотела сказать, честно, августа. У нас плюс 20 градусов на данный момент. А сейчас время... 5:10. С родителями ездили рынок, гуляли по рынке. Ну, рынок, который крыт, у нас такой овощной. Ой, им как бы далековато от дома, ну ничего, погуляли. Мы как-то там с мамой квартиру снимали в том районе, поэтому и муж у меня там работает. К нему зашли на работу. Короче, мы в 10:30 пусть мы уехали, в 10:35 от нас. И вот мы сейчас только домой пришли. Столько нас не было. Водичку покупала пить. Вот. Заехали в Магнит, когда вырос. Тут такая самая бюджетная была каша. Быстроразводная. Захару. Мама мне масло сказала. На, возьми. Какой-то пост, наверное, такое бюджетное. Так. Такая морская капуста. Ой, с сыром. Мужу тоже нравится. Стал тоже ее кушать. Я очень рада. Это на суп. Дальше картошка на суп тоже. И чечевица. Как-нибудь тоже надо сделать чечевичный суп, так как Захар ест мясо. Практически не ест, точнее, только там колбасы, сосиски. Ерунду, да, это все. А здесь как бы белка много. Вот. Пакет, кстати, маме надо было отдать. Зачем она мне наклейку дала? Она мне не нужна, наклейка. Limited Celebration Edition. Что это? Праздничная серия. Надо назад отдать. Где-то у меня тоже валялась. Она мне надо. Мне она не надо. Я не собираю, потому что я... Просто даже не понимаю, на что здесь собирать. Не знаю, где лежит зелень. Это ребра копченые, свиные, как я понимаю. Это щавель один, тут еще должно быть два щавеля. Так что вчера я варила
свиной бульон, и вот хочу в нем сварить теперь зеленый борщ. Сейчас я чай попью, девочки. Представляете, с утра ничего не есть. Я его уже включала. Так и не работает. Когда у меня не работает ноутбук, я не хочу заходить на кухню, готовить, что-то здесь сделать, убираться, мыть посуду. Мне это не нравится. Брюс, чё ты? Захар уснул. Ну, он уже в машине уснул на самом деле. Вот. В садик пока так и не ходим. Не знаю, когда пойдем. Детский городок. Мусорки прикольные, понравились, паучок классный, молодцы, разработчики придумали, обалденно. Он наш красавец. Захарчик! Захар? Он сейчас занят, куда ты был, Захарчик? Аккуратно! Не вытягивай голову. Ку-ку. Ку-ку. Что-то мало. Обычно час у них. Захар, подружку нашел. Девчонки цепки, да? Да, девочки. Конечно, нормально. Садики там некоторые забирают игрушки, дерутся. Наш наоборот отдает. А мы это уже не воюют, отдаем. В общем... Дети играются, мои дрыхачат. Кошмар. А я начала с дома выходить, начала на кровать прикладываться. Ну так она спит правильно по я времени, как и надо. Я говорю, как же я тебя понесу теперь, это самое. Я хотела на троллейбусе спуститься, пришлось в коляску пешком идти с Маяковского. Кошмар, какой ты даешь. Ну хорошо, мама рядом. Ну, то, что вот мои... Ты далеко? Две месяца назад переехали с Калининграда. А так все это время вот я одна была с ним. Тяжело было. Ой, с ума сошла. Слушай, мужчины не особо помогают. Мы, как вы видели, Захар там подругу себе нашел, точнее, она нашла его. Девочки, конечно, активные, это да. Так, заправка для фунчоза. У меня там где-то фунчоза остался. Остаток завалялся. Хочу сделать. Масло взяла. Какое-то масло сливочное, нет калориям. Ой. Так, самое такое из дешевых. Фунчозы индейку взяла, потому что фунчоза с мясом, она очень вкусно получается. Ее можно просто саму, как вот, как макароны стеклянные есть. 500 грамм здесь. Потом это огурчики. Вот. Это Захара коровка творожная, рожок. Мама, ну, наверное, по факту себе в основном взяла творог. Я хочу творог со сметаной. Тем более эмалью зубов пипец. Это две груши. Конечно, китайские, что мало радует, но в ноябрь месяц захотелось груши. Очередная какая-то книжечка. Далее хлеб. А изначально мы заходили, деньги разменивали. Я взяла, Захар книгу забрал, такую вот голубику. Обожаю голубику, ведрами готова есть. Наверное, пока с ума не сойдешь. И Красный Октябрь, молочный шоколад к чаю. Да спрятать от Захара. К чаю или к Захаркино барни тоже. Надеюсь, что это уже на завтра. Я, кстати, забыла вам показать, я взяла попробовать вчера заряд витаминов. Это манго, матей, женьшень, не знаю вообще, как такое детям давать. Он достала, чтобы остыло при комнатной температуре, так как, вот, они, кстати, вздулись, я их забыла вчера убрать. Вот упаковка вот так вот выглядит, смотрите. Вот. Там разные были, с кофеином были какие-то.
Вот сюда сейчас я, Захар. Вообще надо суп поесть, потому что 2:30. Это при том, что в час я забрала фартук у нашей родительского комитета девушки. Вот эту вот штучку насыпать надо. После антибиотиков до сих пор продолжаем принимать. И я вот сюда насыпаю, он выпивает. Ну, налью сейчас ему сюда насыпь. В Wildberries было заказать. Я что-то и не туда, на таком сайте я не искала. Хорошо, что наша Ириша с детского комитета. Ой, родительского комитета. В общем, такой цвет у нас фартук. Зось, ку-ку. Замечательно. Ну что ты засрал-то его раньше времени? Это колпак обалденный. Ну фартук, мне кажется, какой-то маленький. Маловатый. Колпак больше, чем фартук. Такая здесь, знаете, прохладно, кстати, уже. И этот. Мои на кухне. Мама фонарик разбирает. Ну вот они опять меня провоцируют, чтобы я встала и пошла что-нибудь сожрала. Груша, например. Идет концерт «Песни года» на Муз-ТВ. Вы чем тут занимаетесь? Захар. Бабский сердцеед. А, Захар? Бабушки поедем. Денежного дерева. Ну, так я раз в неделю поливаю. Ачку, ну не видно же, что это. Ой, пипец мало. Ну, все, да. Вспомни, я тебя покупала там еще. На, вот твоя. 10 штук. Ой, а тяжелые такие, классные. Посмотри, иди, зайчика, смотри, вот он. Захарчик, вот. Ну-ка, зайку, давай посмотрим. Видишь, плохо бабушка нарисовала. Ну-ка, иди сюда с ним. Так ты поближе подойдешь, это за километр с этим. Вон на тебя, смотри. Ой, какие глаза здоровые, страстные. Ой, страстные глаза, они. Сейчас. Ой, страстные. На. Ой, запотело все. Папа что, уже все, почти все доделал? Ой, я имею в виду этот. Как он? Ворота. Да, сделал, по-моему. Все, он и это доделал. Нутрия. Крыска. А справа это отбивные, да? Эх, еще крысу ей приходится есть. Нутрия, да, я знаю. Чай. Захар у бабушки с дедушкой, да? Ксюша, гирлянда. Красота. Такой еще цвет, оттенок, видите, розовый. Девчачий. Брюсечка все спит и спит днем.
все спит и спит котик. Тебя он на камеру даже не видно, Брюс. Цвет ногтей. Эйвонская накрасила. Сегодня с Захаром поедем после обеда к педиатру за справкой. Где моя рука? Моя рука здесь. Ты куда пошел, Брюс? Угу. Ну, кабаняка лезет на маму. Да не трогай ты мой чай с имбирем. Кстати, который этот лежит, забываю убирать в холодильник, лежит на столе, и потом плесенью начинает покрываться. Вот массаж тебе надо черепа сделать. Захарчик, давай футболочку оденем. У нас плюс 20 градусов. Завтра такая же будет температура. А послезавтра уже показывает плюс 8. Видите, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То минус 2 было неделю назад. Но от этого, что бы кто ни говорил, все-таки пока я считаю, что метеозависимость есть. Когда вот такие скачки температурные. Это мое мнение.